Привет, с вами Варвара, 10 лет. Да, такой юный визажист, это успех. Я как русский джип-стар, барнаульская гуар. Такую песню собственного сочинения на выпускном из начальной школы исполнила самый юный сертифицированный визажист края Варвара Кольченко. Я мечтала с этой песней выступить на выпускном, решила, но почему бы и нет. Учительница, конечно, была в шоке, так и, в принципе, как и все. На удивление, я очень быстро написала эту песню всего лишь за вечер, хотя никогда не писала стихи. Кстати, музыку создавали дольше, около недели, а в роли композиторов выступили два парня, отбывающих наказание в Лио-1. На данный момент все это звучит отвратительно, то есть, но у этого есть прикольная идея. Так выглядит рабочее пространство для создания электронной музыки, да и процесс написания треков чаще всего спонтанный. Вот, допустим, яркий пример. Вот мы взяли кусочек, и вот он посмотрел и определил нам ноту. То есть вот она, собственно, тональность. Вот по такому принципу это было сделано. В данном случае у ребенка была тональность ре минор. А дальше пошел процесс уже написания. То есть, зная тональность, уже все становится проще. То есть в каждой тональности есть свои ноты. Андрей занимается музыкой около 10 лет. Сам изучил эту кухню и играет на всех виртуальных инструментах. В первую очередь это всегда было хобби. То есть поэтому, ну и опять же, то есть в Барнауле были у меня студии звукозаписи, но я в силу того, что это было хобби, то есть я увлекался больше в свое удовольствие. Опершись на плотину Ленский, давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенский Зарецкий Жернов осуждал. Еще один талантливый осужденный – выпускник Алтайского института культуры, экс-актер театра Максим Цыбанюк. Работаю над оккультуриванием, так скажем, этого места, пространства других осужденных. Вот. Ну, имея, грубо говоря, творческое образование, занимаюсь тем, что веду мероприятия, там же на них, опять же, читаю стихи, там занимаемся новостями, опять же, озвучкой непосредственно с Андреем, ну, треков, каких-то работ. Кстати, музыку для Вари ребята написали и подарили к празднику Дня защиты детей. Мне песня очень понравилась, и музыка очень клево звучит, прям под меня, отражает, в общем, меня. В планах у Вари снять клип и написать еще несколько песен. А пока она записала видеообращение для Андрея и Максима. Спасибо вам большое, что написали музыку для моей чудесной песни. Я как и мечтала, исполнила ее на своем выпускном. Желаю вам творческих успехов и побыстрее освободиться. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.